В ночь с пятницы на субботу у многодетной семьи из микрорайона Хотово произошла беда. Сгорел дом, где жили супруги и их четверо несовершеннолетних детей. К счастью, все живы. Я проснулась в 4, ну, где-то 4:20 утра было. Услышала, что у меня тут курятник был, вот здесь построен, вот, ну, сделан. И слышу, курочки мои бегают здесь, ну, волнуются. Я вышла на балкон, а у меня здесь пламя небольшое, вот, ну, где-то до трубы этой доставал. Я разбудила всех детей, мужа разбудила и сказала, у нас пожар. Семья выбежала на улицу. Как положено, сразу отключили газ и электричество, вызвали пожарных. Муж Сергей подключил к водопроводу шланг, пытался тушить постройку сам. Но огонь быстро перекинулся на жилой дом. Дочка смотрит, мам говорит, уже крышу достала, начала плакать, это старшая. И все, и вижу, уже тут полыхает, и пламя сразу разнеслось. В итоге у нас вот и так получилось, что не смогли ничего сделать. Сгорело 2 этажа, а на первый этаж у нас просто затопило. Все пришло в неугодность, мы выбрасывали все. Трехэтажный блочный дом в самом конце улицы Старохотовской Ольга и Сергей Федоренко построили несколько лет назад, когда семье стало тесно в старом деревянном доме на 2 хозяев. Вторая половина принадлежит их родственникам. Свою они постепенно разбирали. У меня 5 детей, старшему 23 года, но он уже живет самостоятельной жизнью, вот, с нами не живет. С нами живет 4 несовершеннолетних детей, сыну 17 лет, дочке 14, второй дочке 11 и самой младшей 3 годика. Младшая девочка ходит в садик, старшая и средняя учатся в Щелковской гимназии. Сын – студент Щелковского колледжа. Его комната на 3-м этаже под крышей сгорела первой. Он не успел даже спасти документы. Паспорт придется восстанавливать. Максим играет в музыкальной группе на барабанах. Недавно родители подарили ему ударную установку, о которой он давно мечтал. На наших глазах ее сгоревшие остатки он выбросил в мусорный контейнер. В доме относительно целом остался только 1-й этаж, где была кухня, но он залит водой. Те немногие вещи, что удалось спасти, теперь наверняка будут для семьи в разы дороже. Стиральная машинка, посудомоечник, холодильник остался. Работают они нет, потому что на них все-таки влага попала. Вот эта кукла моей средней дочки, но она сейчас не играет, играла маленькая. Кровать сгорела, а она лежала внутри кроватки. И мы ее вытащили, немножко просушили. Говорят, что в отличие от вора, пожар даже стен не оставляет. В данном случае стены он все-таки пощадил. К тому же ни огонь, ни вода чудом не тронули стоящий рядом старый дом, в котором с разрешения родственников пока живут Ольга, Сергей и Максим. Там тепло и светло. А девочек увезли к родственникам в город Электроугли. Школу они пока не посещают, занимаются дистанционно. Мы вчера туда ездили, посмотрели, там им очень хорошо, и, по крайней мере, они отвлекаются. У них был просто шок, первое состояние, я думала, что придется даже вызывать скорую, особенно старшей девочке. Ольга выглядит спокойной, но это внешнее спокойствие. Рассказывая нам о беде, она едва сдерживает слезы и просит выключить камеру. Хорошо, что мир не без добрых людей, и семья не осталась один на один со своей бедой. Первыми на помощь пришли соседи, администрация Щелковского колледжа, гимназии и детского садика. Потом, благодаря информации в социальных сетях, подключились и другие неравнодушные люди. Собрали деньги, одежду, купили стройматериалы. Соседи помогли нам с окнами, они собрали деньги, вот, заказали окна, и вот на следующей неделе нам обещали их привезти и поставить все это бесплатно. Во дворе у нас это вот вчера муж заказал для крыши, чтобы крышу перекрывать. Заказали мы железо. Это те деньги, которые пожертвовали со школы, с колледжа и все неравнодушные люди. Еще благодарю наш храм Жигалово. Там тоже очень большую сумму нам перевели. Одни из тех, кто пришел на помощь, общественная организация «Русская община». Ее волонтеры в свободное время тоже помогали расчищать сгоревшие помещения. Доски с нашего позыва привезли, а так разобрали все завалы внутри, все, что сгорело. Оказали финансовую помощь, одежду, обувь для семьи, потому что все сгорело. Когда мы снимали этот репортаж, приехала «Газель» из Щелковского колледжа. Студенты и преподаватели собрали одежду и продукты. Соседка принесла корм для кур. Их почти всех удалось спасти из горящего курятника. Теперь гуляют по двору.
Ольга говорит, что одежда больше не нужна, собрали уже достаточно. А вот что действительно необходимо, это закрыть тепловой контур дома, в частности, отремонтировать крышу, чтобы начать восстанавливать помещение внутри. Чем быстрее это будет сделано, тем раньше семья Федоренко сможет снова собраться вместе у себя дома, хотя бы к Новому году. Сергей с Максимом вдвоем точно не справятся. Кроме денег и стройматериалов требуются рабочие руки. Нам нужна помощь в строительном материале. Нам нужны рабочие руки хотя бы, чтобы помогли разобрать и собрать крышу. Нам быстро нужно хотя бы перекрыть, чтобы ни дождь, ни снег туда не попали. На экране вы видите номер телефона Ольги Федоренко, по которому можно позвонить и предложить помощь многодетной семье. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.